Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы продолжаем с вами прохождение игры Spellforce The Order of Dawn, вторая карта Лианон. Первое, что мы делаем, мы направляемся к деревне, по пути поворачиваем на юг. Уничтожаем всех противников, убиваем бородавочника и опустошаем сундук. Интересное наблюдение, в ящике рядом с бородавочником всегда лежит свиток с заклятием, которое вы выбрали с самого начала игры, то есть при создании персонажа. В нем лежит ключик от другого сундука, который находится у одинокого дома на севере от деревни. Там находятся украденные инструменты стоматолога, забираем их. После подходим к мостику, но не идем в деревню, а направляемся на запад. Уничтожаем всех гоблинов, в том числе и рыбьего вора, забираем у него все имущество и возвращаемся в деревню. Кстати, закрытые ворота, которые находятся неподалеку от вот этого одинокого домика, возможно будет только открыть, когда мы дойдем до карты Шиэль. То есть это еще через несколько карт будет. Говорим после этого с Дарием. Узнаем, что Роин направился к перевалу Дикоземия, но отправиться туда сейчас нет возможности, так как отряды Бронегана захватили запад страны и контролируют портал к следующей локации. И тут наша задача немножечко меняется, да, то есть становится немножечко локальной. Найти лейтенанта Селену Фель, получаем миссию на разрушение второстепенного лагеря гоблинов. Кстати, рядом с ней находится рунный храм героев, если кто не знал, где можем призвать воина Корда. Активируем связующий камень и вдвоем направляемся на северо-запад по тропинке к порталу. Травим два патруля гоблинов и заходим с тыла во вражеский лагерь. Убиваем всех и разрушаем строение. Забираем содержимое ящиков и содержимое уничтоженных противников. Но не возвращаемся к лейтенанту, а направляемся на юг к лагерю бандитов, уничтожив по пути патрули гоблинов. После этого наказываем преступников, разрушаем лагерь и забираем неочевидно расположенный ящик. Многие его пропускают, находят его на более поздних стадиях игры, когда он по сути бесполезен. После возвращаемся в деревню и идем на восток. Там, за мостом, стоит Брок Даллингар. Говорим с ним, и выясняется, что в руднике завелся призрак. Нападаем на него, защищаем рудник. Честно говоря, не стоит опасаться этого призрака. Он очень редко атакует и еще реже попадает, несмотря на то, что у него 5-й уровень. Идем на север рудника после этого. Там сверху есть у нас очередной неочевидный ящик. Забираем его имущество. Забираем все, что в нем лежит. Возвращаемся к Броку и отчитываемся. Заодно спрашиваем о странном кольце, которое было у покойника. Нас направляет некому Ортху Гальсбарду. Он рассказывает, что к чему. После появляется признак писца. Он 10 уровня, и вдвоем победить нам, как бы вы бы хотели, как бы вы старались, не получится. Поэтому сейчас мы это задание оставляем на потом. Следующий этап после Ортаха идем к рыбаку. Он находится севернее от этого торговца. Рыбак нам дает задание разобраться с гоблинами, которые сидят на другом берегу и не дают ему рыбачить. Это тот самый рыбий вор, которого мы наказали. Повторно говорим с рыбаком, тот благодарит нас и умоляет отнести рыбу местному кузнецу. Мы, конечно, соглашаемся великодушно, выполняем его просьбу и получаем за это костяной щит. Честно говоря, удивляя кузнеца. Попутно спрашиваем о древнем топорике, который был у вожака разбойников, или меняем на какое-то оружие, которая вам по душе, либо меняем его на деньги. Возвращаемся после этого к лейтенанту Фили, выполняем два задания и докладываем о решении проблемы с неким разыскиваемым и о зачистке лагеря гоблинов. Нас благодарят и выделяют отряд для нападения на главный лагерь противника. Опережаем подмогу, это очень важно, и без их помощи решаем вопрос, чтобы нам дали больше опыта. Забираем выпавшее имущество у побежденных, просим открыть врата портала, но не направляемся на следующую локацию. А через связующий камень, который находится рядом с лейтенантом и рунным храмом, направляемся в тень, а именно в Орден Зари. Отдаем в городе найденные инструменты доктору, да, вот этому стоматологу. Также можете попробовать впихнуть лианонское бренди гному пропоице, но ничего не выйдет. Он возьмет только именно то пойло, которое ему нужно. Очень важный момент. Покупаем у торговца Финвии, который находится рядом с порталом в Лианон, на севере города, руну людей рабочих 3-го уровня. Обходим прочих торговцев, если это нужно, или если у нас имеются средства. После этого возвращаемся через связующий камень в Лианон. Ну и после этого теперь уже отправляемся к следующей локации под названием Элонь.
И такой интересный момент. Для сравнения обычного и неспешного прохождения я демонстрирую двух различных моих героев. Пока разрыв, как вы видите, не особо большой, но чем дальше мы будем проходить игру, тем больше этот разрыв будет расти и расти. К примеру, результат будет таков, что под завершение обычного прохождения вы получите не более 26 уровень. А если вы будете не торопиться, больше выжидать, то вы можете прокачаться и до максимального 30 уровня. Ну, на этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и до свидания, товарищи.